У нас сейчас проходит акция «Никополь без наркотиков». Вот. Раздаем листовочки, в яких рассказывается, что люди должны быть неравнодушны. Буквально минут 20 назад мы стоим, раздаем листовочки. Подходит мужчина, по виду как наркоман, питає, что вы тут агитируете. Мы объясняем, что у нас проходит акция «Никополь без наркотиков». Він каже, Міна, ваша листовка не треба, я вам зараз тут палатку переверну, починає нас оскорбляти, обзивати. Вот, тут заступила за нас жінка. Він і на жінку почав оскорблення. В общем, нас защитили місні жителі, тут мужчини, що підключилися. Стали його так там розбиратися, а потім йшли туди за угол. Ну и он десь смотался быстренько. Общими усилиями отбили. Да, общими усилиями отбилися. Вот так вот.